Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки, ниндзя, легенды. Забираем свои ежедневные награды. Раз и два. Так, перейдем с тобой в магазин. Откроем колоду бесплатную, и нам тут крысиный король. Так точно. Дальше мы зайдем в предметы, посмотрим. Тут у нас все чисто. Так, по монетам у нас отлично. Берем с тобой ДНК на нашего Донателло классику. Так, друзья мои, еще 6 ДНК, и будет все хорошо. Так, по жетонам у нас все кисло, как всегда. Так, здесь забираем ревард. Так, нам нужно поднять уровень персонажа и сразиться в боях. Давай-ка мы с тобой сделаем. Дальше будем прокачивать, как всегда, нашего Джастина. Поднимем ему уровень. Давай, наверное, еще один. Блин, немножко не хватает, чтобы до 80-го его проапать. Ну, ничего страшного. Так, здесь нам не хватает с тобой 12 номеров, да? Ну что, поехали искать. Один попался. Второй. Так, еще 10. Третий. Так, подожди, третий. Четвертый. Да что ж ты будешь делать? Так, пятый. Ну, ё-моё, ну не обламывай меня. Пятый, и все, да? И начинается вот это вот лязганье. На пяти остановились. Ну да, да. Пять, и все, как говорится. Ага, вот шестой. Все, понятно, ребята. Если сейчас не выпадет. Седьмой. Восьмой. Девятый. И десятый. Отлично. Единственное, что хватит ли нам мутагена с тобой? Слушай, если сюда не хватает, давай тогда вот этот вот прокачаем скилл. 3000 как раз у нас есть. Все, друзья мои. Искры из глаз у нас получает четвертую ступень. Так, ну а мы с тобой забираем награды и идем на арену. Друзья мои, я только сегодня открыл глаза и вспомнил, что у нас суббота. Завтра я иду на работу, а утренние смены, и я не смогу в нее поиграть. Я уже начинаю переживать в плане того, что а успею ли я дойти до Лиги Мастеров 3 звезды? Вот оно что. И остаться там. Не забывай, что у меня всего лишь 21 откат. В общем, поехали. Нам сегодня нужно с тобой бустануть. Офигеть как. То есть я должен очень-очень сильно продвинуться. И начнем, наверное. Так, возьму я для начала Аманду. Хотя, ай, ладно, фиг с ним. Уже поздно переигрывать. Хотел другого персонажа выбрать, да? Не Аманду, а другого. А потом вспомнил, что сейчас же все там поменяется. Так, 72 уровень, да? Без Усаги здесь будет тяжко, поэтому я его беру. Армагон, подожди пока. Хотя, знаешь, что мы с тобой сделаем? Мы немножко по-другому сыграем. Я возьму не Усаги, например, а возьму Лео. Точнее, Микеланджело и, к примеру, Криса Брэдфорда. А к нему в придачу я возьму слабачков. Это будет у меня, к примеру, Ванюша. И пускай это будет Рафаэль. Давай посмотрим, справится ли моя команда. Очень напряженный будет бой для меня, потому что очень большие риски на вылет кого-нибудь. Так, надеюсь, танец Майки нам поможет здесь хоть как-нибудь. Так, рискованно, друзья мои. И будет у нас ходить и Рафаэль. И этот, так, начнем, наверное, с Рафаэля, скорее всего, да? Выносим его. Стоп, 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 отлично. Уклонение пока работает. Очень хорошо работает. Только не массовая атака. Ай-яй-яй-яй-яй, ты посмотри, что происходит, ребята. Мы с вами на волоске от гибели. Так, Рафаэль, давай. Ванюшка, Ванюшка, что же сделать? Давай, наверное, пулеметную дробь. Хиляться, да? Лучше, наверное, хильнуться все-таки. Так, следующий у нас кто будет ходить? Леонардо. Выносим, короче, его. Дальше выносим с тобой. Я боюсь, Микеланджело завалят мне. Да, ребят, скорее всего, так оно и будет. Оу, повезло-то как, друзья мои. Это просто что-то с чем-то. Ты видел, да? Вместо того, чтобы бомбануть и уничтожить Рафаэля, он начал бить Ваньку стиранкой. Я не знаю, какие у них там обидки друг против друга. Но вот он почему-то рванул именно на него.
И это мне повезло. Потому что мы с тобой прошли идеально, получается. Ну что, как ты видишь, у меня 9-я позиция. Радоваться пока еще рано, откатов маловато. Но мы сделаем с тобой одну фишку. Конечно же, купим. Купим еще 10 штук. Итого у нас 31 откатик. Так, ну и мы с тобой продолжаем наши поединки. Давай-ка посмотрим, кого нам здесь сейчас дадут. 65-й. Вот этих я возьму, ребята. Это Кирилл, понимаешь, Кирюша, грубо говоря, нам сейчас тут помогает. Он выдвинул свою кандидатуру, сказал: Рэй, я выступлю против тебя только ради того, чтобы ты немножко себе рейтинг повысил. И за это ему спасибо большое. Ну что ж, тогда мы возьмем, наверное, против вот этой команды, помимо Рафаэля, еще и Джастина. Рискованно. Может быть, нам взять... Нет, все-таки Джастина. Блин, нет, не Джастина, он же тогда меня подвел. Донателло будет. Все, друзья мои, берем Донни. Пускай у него не самый мощный суперудар, но зато мы можем повесить на себя защиту, если нам понадобится. Так, посмотрим для начала, как у нас Лео сыграет. А Лео сыграл просто изумительно. Тогда Донателло остается лишь добить. Все. Ну, вы сами все видели, друзья мои. Тут нечего даже говорить. Размусоливать все идеально и великолепно. Лео просто молодец. Ну, не добил чуть-чуть, это не страшно. Главное, что Донни подсобил. И вот мы переходим с тобой в мастера 2 звезды. Ранг, конечно, 98, это мало. Нужно еще сыграть нам 9 боев как минимум. И мы начнем с тобой с Гленардо. Или же лучше... Так, подожди. Гленардо или Майкус? Или Микус? Давай Микуса, наверное, возьмем с тобой. Так, Лео, надеюсь, ты меня не подбьешь и сможешь забомбить Хана. Вся надежда на тебя. Так, возьму сюда Джастина. Так, подожди. Ой, рискую я, друзья. Ой, рискую сильно. Ну, а что поделаешь? Кто не рискует, тот не пьет шампанское. А в моем случае кока-колу. Нет, тоже не советую ее пить. Лучше пейте обычный морсик, который приготовит вам мама. Он и полезнее, и вкусненький. Так, ну что? Ай, по-моему, я обделался чуть-чуть. Да? Ай, сейчас... Ну вот, ребята, вот-вот. Вот стоило только вот... У меня нет слов. У меня просто нет слов. Я сколько раз вам говорил, да? Не бери Рэй с собой в команду двоих недотеп. А именно Муху и Кирби. И вот на тебе, опять я их взял вдвоем, и один из них пострадал. Ну что ж такое-то, а? Ну и что это, ребята? Ну продвинулись мы с тобой вообще по крополям. Ну ладно, будем мстить. И мстя моя жестока, и на этот раз я возьму Весли. Все, все, ребят, я просто в угаре. В угаре, в ударе. Раз. Два. Блин, ну понимаешь, мне нужно отыгрывать как бы слабых персонажей. Я могу их отыграть только в одном случае. Если в моей команде будет Усаги вместе с Леонардо. Но если я их буду отыгрывать постоянно, у нас очень быстро кончатся откаты. Ты понимаешь, да? А если откаты кончатся... Тихо-тихо-тихо, братюн, тихонько. А если откаты у нас кончатся, мы с тобой далеко не поднимемся. Так, он типа невидимкой стал, да? А как тебе такой результат? Ой-ой-ой, пробить не можем. Вообще, ну-ка, Лео, ушатай-ка его. Все, друзья мои, отлично. Так, посмотрим, мне бы хотя бы... Ну... Хотел сказать 50-е место. Нет, ребят, меня не устраивает. Мне 50-е место нужно в Лиге Мастеров 3 звезды. Вот там, да, там меня устроит. Но не здесь. Так, 82-я позиция. 8 боев как минимум нам еще с тобой нужно сделать. И выбираем с тобой Олега. Да, да, Олега возьмем. Лео, возвращайся в строй. Лео возвращается в строй. Так, возьму с собой этого Шархана. Шредера. Ладно, фиксим. Давай, раз пошла такая плеска, будем отыгрывать. Иначе нам просто с тобой не хватит персонажей. Просто не хватит. А насчет Усаги и Леонардо я здесь больше чем уверен. Они вплоть до 79 уровня будут рвать любого. За правду, неправду, но будут рвать, поверь мне. Так, ну что, Лео, добивай, пожалуйста. Да, ну как же так вот у нас получилось-то, а? Что мы с тобой Кирби продинамили. Да, я не ожидал, конечно, что Джастин будет ходить самым последним. Вот в чем проблема.
Инициатива. Вроде бы 80 уровень, да, а инициатива очень-очень слабая. Так, ну что, здесь я, наверное, возьму Филиппа. Так, Филиппушка, ты уж не обессудь, блин. Надо отыгрывать, ребята, отыгрывать как можно больше. Раз, два, три. Потому что у нас и откаты кончаются, и персонажи кончаются, и надо все это успеть. И потому что сегодня еще суббота, я офигел просто, как быстро пролетают дни. Я, друзья мои, как засел прохождение вот этого Спайдермена, да? Не забывай, что на втором канале прохождение DLC по Спайдермену пошли у меня, потому что основную мы уже с тобой закончили. И бессмертные, да, бессмертные, ребята. Хотелось бы, наверное, поискать больше шмоток, разгадать все загадки, или же все-таки нам с тобой идти дальше по основной сюжетке. Так что пиши мне в комментариях, потому что что здесь, что там, я комментарии все читаю, ребята, и, естественно, делаем определенные выводы. Так, ну что, здесь вот этих я не буду брать. Хоть у них и 24 кубка, я их не буду брать, потому что здесь Микеланджело. Я лучше возьму, опять же, Филиппа, да, Филиппушку возьмем с тобой. Погоди, твою ж налево. Зачем я так сделал? Ладно, тогда возьмем с тобой Айсулу. Давай вот этих вот ребят с собой вернем обратно на пьедестал и отыгрываем 45 и 46 уровни. Да я думаю, что все у нас получится здесь. Я просто уверен в этом, что у нас получится. Давай. Так, Усаги пляшет, вертит, крутит. Неплохо, я тебе скажу, очень неплохо. Возможно, что Бибопчик выживет. Нет, не выжил. Я немножечко испугался, думал, сейчас выживет и, как всегда, начнет тут буянить. Но, правда, на нашей стороне, и поэтому не все отдуплились. А мы с тобой переходим. Давай 50-е место, пожалуйста. Ах, 55-е. Ладно, у нас еще есть порох в пороховницах. И мы будем бороться. Тут у нас Чакс. Возьмем его. Так, отвали. Берем вот этих вот ребят. Раз, два, три. 50-й, 51-й и еще 51-й уровень. Ну что, поехали. Посмотрим. Усаги, давай, не подведи меня, братюнька. Прекрасный выбор, друзья мои, прекрасный выбор. Он на всех абсолютно повесил постепенный урон, и Леонардо, соответственно, добивает. Все. Соответственно, наши малыши вот эти вот, они прокачиваются. То есть мы с собой поднимаемся по рангу. Тем более никто не погиб. Даже удара нам не нанесли. Так, и давай посмотрим. 43-я или какая там у нас? 47-я. Блин. Медленно что-то мы с собой продвигаемся. Очень медленно. Ну что, возьмем Дмитрия. Да. Димка, наверное, мне поможет немножко здесь прорвать вперед, как говорится, мое прохождение. Раз, два, три. И я надеюсь, что он никого здесь не повредит мне. Да, Димка? Соотечественник ты наш. Но у него тоже есть Лео. И Лео 72 уровня. Так, смотрим, как у нас тут Усаги делает дела. Ну, что я тебе скажу. Дела он делает неплохо. Все под постепенным уроном. Даже если Лео кого-то не добьет, то они бы в любом случае отдуплились бы. Ну, Леонардо, как же он. Он не прощает обид, и, понимаешь, он очень злопамятный. Очень злопамятный. Если кого-то обидели из его команды, он долго будет преследовать свою жертву и в конце концов замочит ее. Так, ну что, мы с тобой уже на 37 ранге. Тут у нас Сильвин какой-то, Джоза и Срета. Серьезно? Срета? Ну ладно, пускай Срета там сидит. А я возьму, наверное, Сильвина. Я возьму Сильвина. И тут 72-74 уровень. В принципе, ребят, можно даже не переживать. Возьмем с тобой вот этих вот ребятулек наших. Так сказать, вообще самых слабых 40-го уровня. Они должны вытянуть. Они должны, они обязаны. Потому что это команда бессмертных. Они оба у нас с тобой воины. Тем более воины с мечами. Как бы Леонардо, да? С двумя. И Усаги тоже с двумя мечами. Вот было бы у Шредера два мяча, он бы тоже был бы имбой. Но так как у него всего один, он сидит в малышах,
Так, друзья мои, я жду не дождусь, когда мы перейдем с вами в Лигу Мастеров 3 звезды. Просто жду не дождусь. Ну что, тут у нас Олежек, Вальд и Роман. Что у них за физиономия, ё-моё, я не понимаю. Что они с собой делают? Так, ну здесь я возьму Вальд однозначно, потому что и уровень поменьше, да? И как бы я больше уверен, что мы их разберем с тобой. Можно, по крайней мере, постараться. Вот в этой команде самое слабое звено — это у нас морозильная кошка. Как ни странно. Ну, потому что она слабенькая. Так, и главное, что здесь... Да, в принципе, идеально, если только мы с тобой Рафаэля сейчас уложим, будет вообще имба. Тихо! Есть контакт. Фу, друзья мои. Опять чуть не свалились. Хорошо, что на рук, кстати, висел постепенный урон, который его замочил. А так бы, если бы он сделал бы свой ход, крысиный король кормил бы своих крыс. Понимаешь? Своим же телом. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. Так, давай мне где-нибудь 19-ю позицию. О, 14-я. Окей, окей, это хорошо. И здесь мы выберем с тобой Адилет, Рейн или Эликсис. Я возьму Райна. Я возьму Райна и вместе с ним возьму вот эту тройку игроков. Они, если что, по крайней мере, могут позволить себе один удар. Они не упадут, надеюсь. Так, и тут главное, как у нас мои ребята станцуют. Так, Усаги. А-тя-тя. То есть выживет у нас Бибопчик, получается, да? Скорее всего. Хм. Ну-ка, Шреддер, посмотрим на твой суперудар. Молодец, красавчик. Ай, своей кабуто надел, да? И, как говорится, уложил. Или подожди, или кабуто это у него шлем. Не, по-моему, это у него вот эти вот, как сказать, наручи, да? Называется Кару Кабуто. Ну что, друзья мои, третий ранг. И сейчас мы переходим с тобой в Лигу Мастеров 3 звезды. И придется мне взять Ронана, потому что здесь один Майки. Ну, этот Микеланджело, как мы знаем, такой ватненький. Он падает у нас с полтычка. Так, давай-ка мы, наверное, возьмем сюда для подстраховки. И вот этих двоих. Если мы с тобой сейчас доберемся до 50-го места, то в понедельник у нас с тобой будет... Угу. Full reward, друзья мои, full reward, потому что full reward дается за 3 звезды Лиги Мастеров. Поэтому такая у меня цель. Посмотрим сейчас. Лео должен упасть, по идее. Да, Лео упал. Все идеально у нас с тобой получается. И мы с тобой должны перейти. Ну-ка, посмотрим. Ну, какое место? 94-е. Так, нам нужно с тобой 5 боев. Как раз по 2 отката. Да, ребят, должно получиться. Должно. Так, возьму Диего здесь. 5 боев. Причем эти бои мы не должны с тобой сфейлить. Понимаешь, да? Не должны, мы не имеем права фейлиться. А 79 уровень, ты сам понимаешь, его так просто не пробить. Если, конечно, Усаги нам здесь не подсобит. Но, в принципе, как бы неплохо, ребята. Рокстеди под вопросом остается у нас. Хотя уже все, вопрос снят с повестки, он отдуплится. Ну-ка, давай. Вот так вот. Ну, в любом случае, даже постепенный урон его бы уничтожил. Ну, а мы с тобой продвигаемся дальше. И смотрим, какое местечко у нас здесь с тобой застолбится. 87-е, да? Окей. Но здесь, наверное, нам надо взять Владиславу, скорее всего. Риски, ребята, огромные просто. Просто огромные риски. Да уйди ты. Раз, два. Не знаю, сможет ли нам здесь помочь Зэк своей бомбочкой. Вряд ли. Но хотя бы минимальный урон он нанесет ведь. Должен. Он будет ходить после Усаги сразу же. Потому что у него инициатива больше, чем у Леонардо. Так.
Слушай, я тебе скажу, очень шикарно Усаги сделал. Все, тут крышка им. Ничегошеньки они здесь не сделают. Так, и мы с тобой двигаемся дальше. Так, сегодня у нас, ребята, испытание будет. Может быть, даже два испытания, потому что они у меня остались. Не успел я за выходные свои, которые у меня были, пройти. Так увлекся игрой. Даже в Киберпанк еще, ребят, не играл. Даже не начинал его. Потому что, ну, две игрушки у меня висит на прохождении. Так, Минак. Давай возьмем Минака с тобой. И также попробуем отыграть только через Рафаэля на этот раз. Да уйди ты, лезешь-то все, а? Давай возьмем Сплинтера и... Майки. Ну-ка, сейчас глянем. А что глядеть? Порвем, да и все. И начинаем вот с нашего Усаги. Крутит, вертит. Упс, как так-то? Что-то здесь вообще все слабо, ребят. Так, Бибоп. На тебе, апперкотом. Дай ему крышку в любом случае. Так, замечательно. Ну что же. Полтинник, я думаю, мы сегодня с тобой заработаем. Именно 50-е место. Сейчас у нас будет 65-е, наверное. О, 64-е. 5 откатов, это еще на 2 боя. И здесь нам надо будет взять, наверное, Алла. Давай возьмем Аллу. Возьмем с тобой Армагушу. И вот этих двоих. Да? В принципе, если они сходят, Армагон, ну, в любом случае, ушатает. Добьет всех просто. Не помню по инициативе, он как? Слабачок или нормуль? Так, Усаги делает свою вертушку. Отлично. Рафаэль нам не страшен. Все. Все, прикольно, друзья. Даже если бы я знал, что так будет, я бы не брал бы к себе в команду именно Армагона. Я бы его сохранил бы. Ну, раз уже взял, так уже взял. И смотрим, какое место. 56-е. То есть я тебе обещал 50-е местечко, оно у нас с тобой будет. И будет оно у нас прямо сейчас. Ух ты, Алексеюшка, тезка. Ну-ка давай. Усаги, Лео, Баксер, Стокман. Да, ребята, ну, отыгрываю остатки. Остатки роскоши. Ну что же, приступаем. Крученого даем. Замечательно. Так, дальше. Опа. Минус. И минус. Не хочет падать, да? Тогда вот так вот. Все, ребята. Я думаю, 50-е место у нас с тобой наверняка будет. Ну, около 50-го, так это точно. Ну, а мы с тобой заканчиваем с ареной. Так, смотрим. О, даже 44-е. Неплохо, я тебе скажу. Ну, а мы с тобой идем на испытание. И сразу я пойду на черепащую бурю. Так, посмотрим, кого нам здесь дадут. Блин, серьезно, что ли? Ну, ничего не поделаешь, придется драться. 4 волны. Хила у нас с тобой опять нету. Черепашки мощные. Причем они будут здесь постоянно. Начнем. Так. Ну-ка, тигр. В принципе, неплохо. Выносим. Ага. Вот, молодец, Бакстер, круто ты сделал. Давай-ка, наверное, Дони ушатаем. Замечательно. Ну, то, что Майки решил тут хильнуться, это, ребята, ерунда полная. Мы его сейчас разберем. И переходим с тобой на вторую волну. Так, черепашки фильм. Давай-ка, наверное, начнем с Микеланджело. Угу. Дальше сделаем баф. Окей, выпускаем волну. Так, это очень круто. Переходим на третью. Так, здесь у нас ролевые, да, черепашки. Ну, давай заморозим. Дальше выносим с тобой Донателло. Нормуль.
Так. Давай, наверное, сделаем так. Выпустим волну маузеров. И добиваем Леру. Все. На четвертом у нас кто? А, нет, классика. Классика жанра. Берем провокацию. И понеслась, как говорится, душа в рай. Мы бросаем бомбочку. Замедляшка, надеюсь, работает. Да, на двоих. Давай-ка, наверное, Лео с тобой уберем отсюда. Следующий будет Донателло. Ну, а с этими уже на изи. Раз. Так, тихо. Перекусить решил, да, бедолага? Пицца с шампиньонами. На тебе. Ну что, друзья мои, вы сами видели, да? Идеально прошли. Но здесь, как говорится, сам Бог видел. Потому что 60 уровень. Дальше будет чуть-чуть посложнее. Потому что здесь уже 70-е. Ну что, пытаемся? Пытаемся, конечно, а что нам терять? Так, завтра у нас воскресенье, да? Воскресенье у меня. Слушай, не знаю, попробую сыграть в воскресенье еще, ребята, после работы, если, конечно, будет, как говорится, не то, что даже желание, а силы. Потому что после работы, ну, сам понимаешь, очень тяжело что-либо делать. И если мы сыграем, то попадем с тобой в топ. Давай-ка запустим волну. Я уже смотрю, ребята, они очень тяжело разбираются. Очень тяжело. Так, Рафаэль, ну зачем ты вот это вот делаешь, а? Только оттягиваешь. Да ну, масуху врубил, а? Это больно. Причем на первой волне. Не, ребята, это фигово. Да чтоб тебя, он еще и... А у нас с тобой нет хиллера. Давай-ка я на всякий случай сделаю защиту нашей команде. Хоть какую-то. Надо было вообще ее изначально делать. Так, промахнулся. Замечательно. И мы промахиваемся. Так, друзья мои, 14 декабря, не забываем, у нас выходит дополнение к игре Gears of War 5. А как вы знаете, я ее прохожу. Все сейвы и все остальное у нас осталось, так что будем проходить. Продолжать. Так, ну что у нас тут? Бомбочка полетит вперед. И добивочный. Все. Третья волна. Блин, оригиналы. Ё-моё, с оригиналами тут не пошуткуешь. И самый мощный из них это, наверное, Рафаэль. Хотя Лео тоже берет провокацию. Давай сделаем с тобой баф на всякий случай. Так, этот-то погибнет. Должен погибнуть. Ох, как тебе, Лео, не повезло. Ну-ка. Блокируем, наверное, да, скорее всего? Вот так. Провокации нету. Давай сделаем добивочный, наверное. Все. Ты посмотри-ка, Донни, что делает, а? Это плохо. Плохо, ребят, кончится. Блин, на самом деле я хотел идеально пройти, но уже сомневаюсь в нашем идеальном прохождении. Так, четвертая волна, и тут у нас черепашки видения. Очень мощный, но самый противный здесь Рафаэль. У него массовая атака. Так, снимем броню. Но не всем, опять же. Так, слушай, этот, наверное, будет ходить Лео, да, первым? Уже не будет. Что делать? Защиту? Блин, они все равно одолеют мне нашего Шархана. Ладно, попробуем. Волна, выручай, пожалуйста, меня. Выручай, волна. Найс, друзья мои, найс, прошли мы с вами это испытание, всех сохранили. Но ты сам видел, да, у Жархана было здоровье просто на один плевок. Так, ну что, награды мы с тобой получаем. Я думаю, что сюда нет смысла идти. Хотя есть, но эффективность прохождения здесь будет нулевая. Тут можно заняться фармом, но ты сам понимаешь, да? Шанс того, что нам выпадет нужный, очень-очень мала. Поэтому идем с тобой. Так, что у нас в конфуте? Давай посмотрим. Оу, вот это я, пожалуй, ребята, поиграю. 8 сыра потратим с тобой. Но эти ноги нам нужны. Стопы. Тем более, когда дают имбу, грех не воспользоваться, согласись.
Так, Лео, давай свою крученую. Тут всего лишь три волны. Меня это вполне устраивает. Я возьму, наверное, провокацию, да, чтобы всех бомбить. И сделаем вот так. Что-то как-то кисло ты бомбанул, конечно, Донни. Очень кисло. Так, добиваем вот этого, наверное, ханорика. Ага, так, массовая атака от Карай. Добивай его, не хочет. Защиту. Поздно, поздно, Крис. Защита тебе уже здесь не поможет. Ай, зря. Ну что, давай по одному уничтожать. Первый пошел. Второй пошел. И третий нет. А, вырубили. Я думал, не добьем. Так, здесь у нас что? Начнем с апперкота. Смертельный апперкот. Так, муха, иди отсюда. Жуй навоз. Так, давай, наверное, Рокстеди. Ой, Рокстеди Бибоп, конечно же. Это было зря. Ну-ка, Рокстеди. Нет, что-то выделывается еще. Посмотри, я думал, сдастся, но нет. Решил он повипендриваться. Но это на его совести, ребята. А мы с тобой прошли вот это вот испытание. Давай посмотрим, что у нас там дальше с тобой идет. И стоит ли вообще туда запрыгивать. Снаряжение клан Фуд. Здесь уже 80 уровень. Я сыграю еще, ребята, все-таки. Все-таки хочу сыграть. Проверить, как говорится, свои нервы стальные. Да и не только нервы. Но еще кое-что стальное. Так, подожди-ка, подожди-ка. Они стоят под ускорением, да? Они стоят под ускорением, то есть... Да хватит уже, а? Так, минус один. Давай защиту поставим с тобой. Хорошую защиту причем. Так, хил у нас есть, я даже два хила, так что я не расстраиваюсь и ни с кулечкой не переживаю. Единственное, что не хватает мне крит атаки. Критовочка бы очень хорошо зашла бы здесь. Так, ну что, орлы, готовы отдуплиться? Поставим с тобой, наверное, танец на уклонение. Поехали. Донни пошел. Конечно, урон он наносит смехотворный. Хоба, а вот Леонардо шутить не любит. Так, и переходим на последнюю, третью волну. И здесь у нас... Угу. Ждут свои участи, да, ребятушки? Так, наверное, вот так сделаем. А-тя-тя. Добивать надо его. Почему, ребята, я именно Шархана начал уничтожать? Он может сделать дебаф именно на защиту. Просто ее снять. Не только защиту, еще и атаку. И тогда мы тут с тобой поплывем, как эти. Как журавлики. А мне это не нужно. Бакстер Стокман, конечно, тоже опасен. Так, наверное, надо его вырубать потихоньку. Поздно, да? Нет, не поздно, все отлично. Этот не стал почему-то хилять свою команду. Странно. Да, Донни не добьет. Лео, давай уничтожай Бакстера. Плюс давай попробуем Криса ушатать. Ага, не повесили постепенно и плохо. Ну, ему уже в любом случае крышка. Или кому тут? Да, ему. Да нет, 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 парень, уже поздно. Шредер, хорош выпендриваться. Это уже тебе не поможет. Надо было раньше думать. Ну что, добиваем его. Все. Идеальная, как ты видишь, победа. И мы с тобой прошли второй эпизод в платиновом снаряжении. Так, и получили еще одну стопу. Ну, ребят, сюда я, конечно, не пойду, потому что... Ну, потому что потому. 90 уровни, плюс, не забывай, у них прокачка скиллов идет имбовая. А у меня лишь... Ну, был бы у меня Майки и Донни 100 уровня, конечно бы я сюда щеманулся бы. Но сейчас я не вижу смысла. Так, 31 сыр у меня остался, а мы можем с тобой еще поиграть немножко вот здесь. Правда, персонажи здесь достаются мне
Ну, сами видишь, какие. Не ахти. И вряд ли у нас, конечно, хватит на полное прохождение испытания, ребята. На начальных этапах я, естественно, ставлю автобой. Тут ничего сложного нету. Буквально три волны. Слушай, мы, наверное, не дойдем с тобой далеко. Сколько там у нас? А, наверное, до эпизода 3-4 хватит. Это максимум. А у нас как раз после 3-4 эпизода начинаются имбовые персонажи. Такие как Голубь Пит, профессор Роквелл, ну и сам Слэш. Ладно, у нас с тобой еще будет завтра день, а может быть перед работой, друзья мои, я сыграю. Но, правда, я записывать не буду утром, потому что будить всех своим басом я как бы не собираюсь. Но для себя, для галочки я пройду. Так, ну что, поехали. 20 уровень, тут тараканы эти стоят у нас никчемные. А здесь, в принципе, тоже ерунда. 25 уровень. Стрелозады вообще падают у нас, как эти. И последняя, третья волна. Вот, вот именно кожеголовый мне нужен из этого, ребята, прохождения. И голубь Пит, потому что они у нас появляются только лишь за жетоны. А жетоны, как ты видел, у нас очень тяжело копятся. Ну что, двигаемся дальше с тобой. Переходим на третий эпизодик. Сколько у нас там сыра? 24. Ага, пока 5. Тут 6. Ну, Пита я заработать, наверное, должен. Тихо, подожди, не то делай. Пита мы, скорее всего, с тобой успеем заработать. Ну и на том спасибо хотя бы. Ай, грибы. Ну, 30 уровень, ладно, хорошо. Тут мы где-то их, ребят, переплюнули. Обычно они даже 30 уровня, у них инициатива большая, и они первыми почему-то все время рвутся в бой. Так, я смотрю, Армагон у меня уже с броней стоит, и это круто. На тебе, доктор. На тебе, Пит. На тебе, мутагеноид. И стрелозады получили. Обожаю, когда они вот так вот быстро всех расписывают. Просто не застряй ни на кого внимания. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Дальше у нас с тобой 4-й эпизод, на котором у нас идет Мондагекко. Поехали. Ну, ты видишь, что у противника 45 уровень. Соответственно, для нас это вообще ни о чем, потому что мы с тобой 80-е и даже 90-е. Также рвем, как и прежде. Но тут уже 4 волны, а не 3. Чуть-чуть подольше будет. Просто, ну зачем ты, ну Рокзарчик, ну зачем ты взял провокацию? Здесь не надо было ее брать. Здесь и так все на изи проходится. Ох ты. Слыши, не пробили с удара. Почему? Защита, видать, да? Так, ну что, вылази отсюда, Крэнк помоечник. Да, я назвал его, ребята, Крэнк помоечник, потому что он прячется именно в помойке. Валим его, короче. Двух ударов будет достаточно, да? Все. А знаешь, почему он плохо дрался? Потому что он надышался помоечных этих испарений. Поэтому у него и голова закружилась у бедолаги. Ну что же, а мы с тобой двигаемся дальше, смотрим, сколько сыра. Да, Пита мы с тобой получим. А, возможно, даже и получим Рокула. Так, сейчас будет интересно. 55 уровень уже. Это, ребята, среднячок. Это твердая четверочка среди, как говорится, бойцов. То есть, как бы 80 уровень у нас и 50 против нас. То есть, есть вероятность немножко отдуплиться. Особенно, если они будут кого-то бомбить определенного. Потому что у нас, не забывай, нет хила. И если они возьмут, например, за цель зэка, то они могут мне его вынести. Так, правильно. Грибы надо уничтожать в первую очередь. Так, молодцы, красавцы. Так, и желез... Ну что ты, ё-моё. Я думал, сейчас железноголового повесят. Но почему-то они начали... Ну, в принципе, Крис Брэдфорд правильно сделал, что повесил на себя защиту. Ну вот зэк зря стал Пита добивать, потому что на нем уже висела постепенка. Можно было бы обойтись и без этого. Но этот берет провокацию, зачем? Чтобы как можно быстрее отдуплиться. Вот зачем. Мы тоже берем провокацию. Так, окей, добили. Ну и Рафаэль не жилец. Все,
Быстро тут, конечно, мы с тобой справились. Интересно, нам хватит с тобой сыра, чтобы получить доктора Роквелла или нет? Давай глянем. Пит, две ДНК, это круто, ребята. Так, Роквелл, ну-ка смотрим. Да, друзья мои, хватает. Это будет последний у нас на сегодня поединок. Последний. Но не забывай, что нам еще нужно будет с тобой все-таки получить кожеголового. Он очень хорош, я уже неоднократно об этом говорил и показывал вам, что он делает. Несмотря на то, что у него маленький уровень, 45-й, он вполне может завалить даже 60-го. Так, что у нас тут? Хопа. Видишь, уже, да, немножко тяжеловато нам идет. Именно по разборочке. Так, тут у нас майки. Правильно. Вот, кстати, сейчас было правильное решение начать атаку именно с Микеланджело. Это моя тактика, моя школа. Понимаешь? Лучше вынести его, потому что потом он сделает свое уклонение и будет намного сложнее. Тихо-тихо-тихо-тихо, братюня. Он знает, что атаковать нужно именно зэка, потому что, как и по мне, так зэк вот в нашей команде самое слабое звено. Гриб паршивый, а? На тебе за это. Так, Роквелла не вынесли, а сейчас? Молодцы. Но надо было, конечно, кожеголового бомбить. Тихо-тихо-тихо, опасно. Очень, ребята, опасная ситуация, потому что... Потому что зэк, еще раз повторяю, он слабый у нас. Ну? Так, он тоже был в броне, да? Добили, Лео. Тихо! Ага, фух, хорошо, что провокация у нас была. А так бы он зэка мог бы ушатать. Ну что, ты все прекрасно видел. Все было на твоих глазах. И, к сожалению, у нас с тобой закончился сыр. А так бы мы еще повоевали бы. Ну, главное, что доктор Роквелл, две ДНК у нас в кармане. А тут, видишь, еще остается кожеголовый и слэш. Но сыра, к сожалению, нету. Ну что, дорогие друзья, я думаю, со спокойной душой можно заканчивать сегодняшнюю серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!